Такие вот дела. Конечно, я счастлив, рад, что улетаю из Сочи со своим малышом, своим жуком, а не без него. Так что найду сейчас файлы его приземления, его падения, неадекватности и все это выложу. Посмотрите. Сейчас будет план спасения дрона, если он, конечно, выживет. Либо останется здесь, в Сочи, как подарок. Пришлось использовать автовышку для того, чтобы достать мой дрон, который сегодня застрял в ветках кипариса. Ничего не видно, но вот он, дрончик. Сейчас будет спускаться. Да. Что вот он, виновник таких разборок. Наконец-то мы его достали, вроде в целости, невредимости. Спасибо большое. Ребят, привет. Вот записываю именно сейчас, потому что появилась такая возможность. Нашел свет, вот, но нашел свет, и суть, в общем, в следующем. Вот этого товарища сегодня я потерял, и потерял я его, не знаю, по своей причине или нет. Он потерял управление и самостоятельно решил лететь в сторону города, в сторону Сочи, и упал на вершину кипариса. Ну, то есть вы представляете, это дерево, оно очень высокое, и он не мог взлететь, я не мог его найти. Оказалось, что это частная территория, это гостиничный комплекс «Камелия». Но я его не мог найти. То есть я ждал, когда будет разряжаться батарейка и появится сигнал, что батарейка садится, но сигнала тоже не было. Вот, потом я решил посмотреть, а что же показывает камера. Камера показывала темный фон и какие-то красные огонечки. Я стал ходить вокруг, искать, где же могут быть красные огонечки, и не мог найти. И вот единственное, потом я решил немножко отойти от места, где показывалось на карте падение дрона, и поднял голову. Я увидел на вершине, рядом с теннисной площадкой, мигают огонечки, мигают красные огонечки, но все, я понял, что это он. Вот, и я никак не мог его запустить, плюс у него был сбой в компасе, и батарейка села уже меньше, чем 30%, а когда у дрона садится батарейка менее 30%, он не может взлететь. Вот, и ну что, я сначала попытался забраться на дерево, но потом понял, что это, ну,
неправильная затея, бесполезная. Решил, что все, я потерял дрон, смирился с этой мыслью, потому что, ну, на дерево не подняться. Я сообразил, что здесь нужен кран. Вот. Но моя ошибка была в том, что я не представлял, какой кран или автовышка, то есть чем они отличаются. Вот, в итоге я вызвал стрелу. Стрела оказалась длиной всего 15 метров, и мы били ею по стволу дерева, но это никак не помогло. Дрон не падал. Может быть, это и к лучшему, потому что с такой высоты, если бы он упал, он бы разлетелся. Тут он целехонький, у него винты целые. То есть, ну все, он живой. Остается сейчас батарейку поставить и проверить. Вот, ну и дальше отдал я за эту стрелу 3000 безрезультатно. Как бы, конечно, я расстроился, но мне благодаря все-таки этим ребятам я нашел контакты людей, у которых была автовышка. И повезло то, что автовышка была нужной высоты, это 26 метров. То есть как раз мне хватило на то, чтобы человек поднялся и снял его с верхушки этого кипариса. Поэтому, да, я истратил на это дело 8000, но это значительно меньше, чем покупка нового дрона. И все-таки, ну, по-другому никак.